Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, меня зовут Даня. Мне нравится тэквондо, потому что это классно. И тут тренера показывают очень крутые удары. Меня зовут Таня. Мне нравится заниматься тэквондо, потому что здесь каждую тренировку мы становимся сильнее. У нас хорошие тренера и можно найти очень много друзей. Меня зовут Рома, и я люблю ходить на тэквондо, потому что здесь я становлюсь сильнее, нас здесь растягивают и учат защищаться. Меня зовут Алиса, я люблю ходить на тэквондо, потому что я становлюсь сильнее, умнее и бодрее. Меня зовут Вадим, мне нравится ходить на тэквондо, потому что там весело, нас учат разных различных приемов, с которыми я могу защититься от зла, и там нас учат растягиваться. Привет, меня зовут Настя. Мне нравится заниматься тэквондо, потому что это физическое и моральное развитие. Ты побеждаешь себя и своих соперников, и учишься чему-то новому. Меня зовут Дима. Я люблю ходить на тэквондо, потому что я становлюсь сильнее. И все? И бодрее. Привет, меня зовут Даша. Мне нравится заниматься тэквондо, потому что на занятиях мы улучшаем силу воли, тренируем различные удары, и тут еще очень весело. Привет, меня зовут Ваня, я люблю ходить на тэквондо, потому что тут очень много друзей, можно набраться очень много сил. Привет, меня зовут Марія. Мені подобається тэквондо, тому що завдяки цьому виду спорту я навчилася себе захищати і в мене з'явилося більше друзів. Привет, меня зовут Дима. Я люблю тэквондо, потому что все, какие хотели меня обижать, теперь боятся. Я могу выполнять разные трюки, я стаю сильней. Меня зовут Маша. Мне нравится ходить на тэквондо, потому что у нас хорошие занятия и хороший тренер. Можно много найти друзей и набраться сил. Привет, я Никита. Мне нравится тэквондо, потому что тут много друзей, тут хорошо, и я понимаю, что я могу получить дополнительную силу за этот день. Я Аня. Я люблю заниматься тэквондо, потому что здесь много друзей, я набираюсь много сил и могу научиться чему-то новому. Привет, я Талина. Мне нравится заниматься тэквондо, потому что я научилась защищать себя, еще я учу друзей. И тогда они научиваются себя защищать. И от этого им только польза. До свидания. А ты записался на тэквондо?